Центральной библиотеке имени Фазу Алиева города Каспийска прошла акция «Собери ребенка в школу». Отметим, что прошла она для детей, участников СВО, инвалидов и малоимущих. Руководителем местного отделения партии «Единая Россия» была организована акция, при которой мы обеспечили 30 семей, нуждающихся в этом, портфелями и школьной принадлежностью от ребят с 1 класса по 4 класс. Кроме того, для школьников был организован сладкий стол, где они могли отведать фрукты и другие вкусности. Стоит подчеркнуть, что проведена была акция при финансовой поддержке и поручению секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Абдулвахида Джаватова. Вскоре представители партии торжественно вручили школьные наборы от рюкзака до ручек и карандашей. Ислам, я тебя поздравляю. Давай смелее. Как твое настроение? Нормально? Умничка, по-другому быть не должно. Все, иди к маме, угощайся. Как утверждают представители «Единой России», подобные акции уже становятся доброй традицией.